Четвертый международный форум «Выставка деловых контактов Брест-2019» объединит на одной площадке представителей предприятий и организаций различных форм собственности, заинтересованных в продвижении своих товаров и услуг, как в стране, так и за рубежом. Мероприятие должно стать точкой отсчета для переговоров, а впоследствии – платформой для заключения крупных контрактов и соглашений. В зоне особого внимания – инвестиционные проекты в сфере производства, создание инфраструктуры на основе принципов государственно-частного партнерства. У нас на экспозиции представлена Российская Федерация, несколько областей регионов, это Брянская область, это Удмуртская республика, Республика Польша представлена в лице Белорусско-Польской торгово-промышленной палаты, также, который привезет свой бизнес. Ну, естественно, белорусские предприятия с республики в целом и с других регионов. Ну и основная часть – это Брестская область. Туризм и сфера отдыха в 2019-м должны получить новое звучание благодаря форуму. Стимулом для развития долгосрочных отношений здесь должен стать действующий на территории туристско-рекреационной зоны Брест безвизовый режим. Будет такой региональный стенд представлен области, ну, где сможете ознакомиться с туристической привлекательностью, с привлекательностью наших санаториев, ну и оздоровлением и медицинским туризмом. Представляемые традиционные направления – строительная отрасль, машиностроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность. К слову о последнем, для Брестской области развитие сети для реализации сегментов продуктов питания – один из основных показателей экспорта. Традиционно мы подписываем международные договора, как правило, на форуме деловых контактов. И иногда это те люди, которые целенаправленно к нам не ехали, но в ходе проведения форума познакомились. Но в основном, да, это подготовлены к этому времени контракты. Сейчас мы думаем, что сможем очень плотно обсудить вопрос с Узбекистаном и с Российской Федерацией. Напомним, четвертый форум «Выставка деловых контактов Брест-2019» откроется уже завтра. Пройдет он традиционно на базе легкоатлетического манежа.